Открыла для себя Герберта Уэллса. Я думала, что он пишет только фантастические романы, но у него острые социальные темы поднимаются. В «Машине времени» герой попадает на 800 тысяч лет вперед в неожиданный мир, а «Остров доктора Моро» про создание человекоподобных существ. Роман очень крейзи, но в целом книга мне очень понравилась. Как вам, читали?